Всем привет. Сейчас уточка, мои еще спят. Я тихо говорю. Увидел очень интересную работу у себя под окном. Значит, приехала машина и будет менять стекло лобовое в одной из соседских машин. Вот вы сейчас видите, человек готовится. Подъехала машина, вынес стекло, инструменты. Вот он сейчас внутри находится. Я так понял, там и боковое разбито. Вот. Но вот я такое уже вижу второй раз. Вот. Я это вижу уже второй раз. Один раз я видел, как подъехала точно так же машина. И разобрали, подняли машину и почти всю подвеску разобрали. Вот так вот люди звонят, вызов такой, это один из видов бизнеса. Приподнимают, прямо возле дома вам перебрали всю подвеску, собрали и уехали. Вот, то есть вам не надо ехать ни в автосервис, никуда. То есть прямо у вас под вашим окном сделали всю работу и все, и уехали. Вот такой вот тут есть вид. Машина называется Safe Light. Вот сейчас будут, я про такое слышал, сейчас сам увидел случайно. Собираю в школу, опаздываю, но вот думаю, надо такое дело заснять. Так вот. Я, конечно, полностью вам не сниму, не покажу, как он заменит полностью лобовое стекло. Но вот этап подготовки, как человек готовится. И вот он уже пластмасски все разобрал, дворники снял. А, вот он уже выпиливает стекло, видите? Выпиливает старое лобовое стекло. Шнурок такой просунул. Ну, я просто примерно знаю, как это я видел. Мне переделали стекло. Вот он его сейчас даже и вынимет буквально через пару минут. Видите, как все быстро происходит? И никуда ехать не надо. То есть вызываете службу, они приезжают прямо к вам, к вашему дому, и прямо у вашего дома заменят стекло. Лишь бы это качественно было. Вот. Вот так вот все происходит. Я так думаю, что довольно даже комфортно для клиента. Ехать никуда не надо. А, нет, там боковое, он какое-то там поставил устройство. Какие-то крепления или что он закрепил к боковому окну, к водительской форточке. Ну, в общем, я так понял, вынимет он его сейчас буквально через пару минут. Я так думаю, наверное, так же быстро и вклеит его. Вот. Вот так вот я, не выходя из дома, тут много чего увидишь. Что в машине? А машина у него заведенная, он ее не глушит, аварийка работает. То есть я так понимаю, что он очень быстро это сделает. Раз он даже машину не стал глушить свою. Вот. Вот такой вот бизнес есть в Америке. Также и подвесочку вам сделают. Очень много работ таких есть, сервисных. Вообще Америка страна сервиса. Здесь очень много такого мелких услуг, и мелких, и не мелких. Оказывается, приезжают службы различные. И то уберут, то вам подстригут травку, то вам что-нибудь посадят, выкопают, дерево попилят. Много-много всего такого. Вот видите, стекло заменят, подвеску переберут. Все, что хотите. Только все, что хотите, только платите. Ладно, наверное, дождусь, пока он его вынимет, или он его еще не вынимет.
Причем там внутри какой-то тоже механизм. Вот я смотрю, человек крутит какую-то ручку. У нас, я видел, там мускульной силой тянут этот шнурочек. Здесь человек крутит какую-то ручку. Видно, устройство какое-то есть. Вон на лобовом стекле прикреплено. И крутит ручку, и все это само, видно, тянется. Не знаю, видно вам или нет, что он вращает какой-то механизм. И разрезает вот этот клей, которым приклеено стекло. Ладно. Жалко, мало времени, надо ехать. Ну, примерно услугу вы поняли. Проблем с услугой здесь нет. Вот видите, 5 минут и все. Ну все, ребят, всем пока. Я думаю, интересное видео.